Всем привет! С вами Нильф Горн, это игра Terra Tech. Очень много лайков набрали с последней серии, и прям я прям в шоке был, как это очень быстро произошло. И давайте я вам покажу, что же я построил. Последняя серия называлась «Реальный завод на колесах». Пожалуйста, вам реальный завод на колесах. Функционирующий, работающий. И самое главное, спасибо, я забыл, ясно, ник, но я и так уже и в комментариях написал спасибо человечку, что он мне подсказал, что здесь давным-давно уже появился русский язык, а я этого не видел, и все теперь на русском, и все теперь понятно. И как видите, у меня два щита регенерирующих, то есть они регенерируют мне блоки. Кстати, их можно поставить не вот так вот, а, к примеру, вот. К примеру, как-нибудь вот так вот. Как вы на это смотрите? А вот эти блоки убрать, вообще получится вот так вот. И тогда они просто вообще шикарно будут регенерировать все. Сразу говорю, вот смотрите. Вот видите, кабина у меня вот здесь. Вот кабина, я могу даже ее взять. Вот кабина. Я ее сделал сам. Сделал вот в этом устройстве, то есть сюда приходили разные блоки, и по-разному они вылезали. Что я там делал? Производилось у меня вот такие двойные блоки, производились там. Производилась такая платформа, которая таскает грузы, как вот здесь вот одинарные, я только что выкинул. А там несколько, ну, 12 блоков было написано, что может таскать. И подобного вот такого жанра блоки производит эта платформа, вот эта часть. Здесь, в принципе, еще вот есть у меня вот такая вот штукенция двойная. Она тоже вроде бы что-то должна производить, но я ни разу не видел, чтобы она, из нее что-то вылезло. Производится в каком-то рандомном каком-то порядке, то есть когда приходят блоки на нее и целые, то есть из материала, из железа, из каких-нибудь кристаллов или еще чего-нибудь такого подобного, то она выдает как-то там по какой-то своей системе составляющие. Что добавить еще по моему заводу? Наверное, ничего, потому что большие колеса, которые не дают мне застрять где-либо. Если даже я застрял, один раз я сел на брюхо просто посередине, я поставил лазер, который стреляет под меня. То есть, и он вот этот, я поставил его, он этот блок, на котором я застрял, там какой-то был ресурс, то есть я на нем застрял, и он просто его разломал, и все. Вот, смотрите, вот произвелось вот этим заводом пушка, пожалуйста. Вон еще ходит, произвелось, сейчас я вот установлю эту пушку, пожалуйста, произвелось пулеметик, вот, пожалуйста, вам. Ах, еще мортиры производились, пожалуйста. Вот еще блок произвелся. Это уже похоже из маленького, вот из этого, из двойного вот этого блока. По-моему, ну вот лично так. Вот эта проблема, что их ловить, конечно, тяжеловато. По-моему, на мой взгляд, очень даже отличный и очень прекрасный такой, как бы это сказать, очень интересный момент. То есть у меня сейчас в данный момент это я езжу и могу сам себе производить предметы. Также я могу добавить, что вот это утилизатор оказался, ну, в данном случае это дробилка, название у нее, ну, я ее назвал утилизатор. То есть она дробит предметы, которые, как бы это правильно сказать, ну, вот если я какой-нибудь сделался предмет, и он по этому конвейеру у меня ходит, вон, двойной, видите, блок сделался, пожалуйста. То есть я вполне могу теперь сам себя, честно говоря, главное поймать его. Сам себя обеспечивать блоками могу. Вообще, вот как вот, вот как нечего делать просто. Так вот, вот этот завод давайте выкинем, он мне не нужен. Я уже такой, да, я уже немножко наглею. Так вот, то есть я себя сейчас... О, спойлер сделали, пожалуйста. Не знаю, зачем он мне нужен. Да, ребят, я знаю, что, кстати, один написал, что вот это спойлер. Я знаю, что это спойлер. Просто как его использовать, как спойлер именно, что он прижимную силу мне выдавать, я
скоростные какие-то рекорды здесь не собираюсь побивать. О! Ха, скрафтился завод. Отлично. То есть, понимаете, если нам вот этот завод, к примеру, не нужен, мы его выкинем. А он... Такое чувство, как будто он другой. Слотовый обрабатыватель. И ингредиенты. Это какой-то другой обрабатыватель, честно говоря. И такого у меня нет. Такое чувство, как будто у меня такого нет реально. Я его поставлю вот сюда вот. Ну, вот этот блок пока сюда поставлю. Вся фишка, что они должны быть два присоединены. Еще один спойлер. Блин, ну просто вообще мне спойлеров наделали. Мне не нужны, честно. Вот, ну, не нужны они мне спойлеры. Перерабатывать я не хочу, потому что этот конвейер, вот эту штуку нужно подсоединять сюда. А в принципе я могу вот так вот подсоединить. Так. Скинуть на мой завод вот таким вот образом. И это не работает. То есть заново присоединять не получится. Ну ладно, пускай так будет. Так, потратил я все топливо. Пока что пытался рассказать тут все это. Ладно, давайте еще найдем какое-нибудь топливо, зарядим свои батареи. И откуда у меня еще один щит? Это я поймал робота, то есть, ну, поймал устройство ездящее. Ну, будем называть это, не знаю, роботами. Именно роботами, наверное, больше как-то подходит, потому что на машины как-то они мало смахивают. Так вот. И в нем были переработанные перерабатывающие устройства, вот регенерирующий щит устройства, потом перерабатывает, который в топливо, а самой батареи не было, либо я ее взорвал. Вот, я не знаю, честно говоря, скорее всего, может быть, взорвал, потому что от чего-то же он должен был работать. Так, ладно, поехали. В принципе, я сейчас хотел вот съездить вот туда, да. Так что... Проблем передвижения, так сказать, моего этого завода нету, так что, думаю, не будет проблем. Сейчас вот как раз-таки наберем побольше топлива. Вот эти угольные блоки, их надо забирать, они побольше дают. Прям, как видите, проблем вообще нету вот с этим. Я просто вот уничтожаю всех даже, я бы даже сказал. Я даже не знаю, как это назвать правильно. Это просто уже не уничтожение, это уже издевательство какое-то получается над всеми остальными, потому что они мне, в принципе, сделать ничего не могут. Сейчас мне может сделать только какой-нибудь, я, если предположить, ну, какой-нибудь несколько каких-нибудь гигантов, которые приедут, и которых я просто очень долго буду рушить. Вот. То есть, если я с ними буду долго возиться. Ого. Понятно, там видно, там сразу я могу предположить, что там. Там блоки из коалиции желтых. О, как разорвало-то его, бедненький. Я вот даже не знаю, честно говоря, увеличивает мне теперь вообще мою платформу на хоть на сколько-то или не увеличивать. Не знаю, честно. Честно, вот я в смятении. Потому что у меня все практически есть. Ударная мощь есть, заводы есть. В принципе, все функционирует. Единственное, я... Новые блоки можно вот набирать. Чем, в принципе, можно и заниматься. Так что умри. Он даже с места... А, он на... Понятно. Он застрял. Бедный. Ты проиграл из-за своей ошибки. Так, два колеса. Давай тебя заодно уничтожим. Ой. Звук чересчур заглючил немножечко. Так. Эти колеса, конечно, замечательны. И, в принципе, конечно, с ними очень интересные вещи можно делать. Но, честно говоря, пока что я не буду этим заниматься. Но я бы их взял. Вот так вот. Я бы их взял с собой, если бы это было возможно. Ну а с другой стороны, если подумать, то это вполне вероятно и вполне возможно. Так, это давайте выкинем. Вот
вот этот еще блок заберем. Все, звук, по-моему, из игры, он просто пропал. Потому что я не слышу звуков, и я вижу, что у меня FPS просел жестоко. Просто, я не знаю почему. Не знаю почему, но я прям чувствую, что у меня просел FPS. Так, пулеметик выкидываем, потому что он вообще тут не в тему. Так, надо побольше батареи заряжать. Единственный минус, что это колесо только одно, к сожалению. Это вот... О, нифига себе, как нагло и незаметно, самое главное, он появился. Тут видимость заблокирована. А, ну ладно. У некоторых пушек просто... Некоторые пушки не могут достать до других. Так, ладно. Убираем спойлер. Теперь он точно нам не нужен. Ну и здесь просто доводим до ума вот эту часть. Здесь еще так вот возьмем. Здесь, потому что здесь такой вот есть момент уже. И вот здесь вот можно вот так вот поставить. Здесь можно пушку вот так вот поставить. Здесь я уже начинаю жиру беситься. И вот это, эти лазеры, ну, то есть, которые вперед исключительно стреляют, они просто шикарны. Конечно, для моего аппаратика они будут просто самое то. В принципе, я не знаю, забирать мне колеса, не забирать. Вот эти колеса точно мне не нужны. Максимум, что можно, это вот эти колеса еще взять. Ну, к примеру. Но для чего? Не знаю, честно. У меня, в принципе, все есть. И нужно ли мне еще что-то? Все. Похоже, я чересчур много пушек поставил, потому что что-то как-то подглючивать начинает. Ух ты. Вот этого надо грохнуть. Гибрид какой-то. Я вижу у него... Вот. Я вижу у него... Блин, эх, сломал. Жалко. Я увидел у него новый блок и хотел им воспользоваться. Так, что тут? Нет, давайте вот так вот. И здесь также сделаем. А вот это заберем. Это вот сюда перетащим. Это поставим. Даже не знаю, куда его поставить, честно говоря. Такое в данном аспекте оно устройство такое не очень нужное мне. Оно только везде мешаться будет. Ну, давайте вот этот блок тоже просто его заберем. Почему бы нет? Так, я вижу, что, ну, во-первых, на меня напали опять, зараза. Так, надо валить отсюда и найти уголь. Потому что без угля это топливо, без угля у меня не работают щиты. А я хочу хотя бы подрегениться. То есть восстановить те блоки, которые были поранены. Это, конечно, вот очень важно, на мой взгляд. Так. Реально звук заглючил и пропал из игры. Ну, сейчас зарядится, нормально все будет. В принципе, ну, как бы все машины, которые сейчас вот появляются, они мне не очень страшны, потому что они маленькие. Это, конечно, проблема для них. Исключительно для них, конечно, не для меня. Давайте я здесь тоже поставлю вот так, такие блоки, то есть защищаю свой завод до последнего. Вот так вот. То есть и по кругу я еще смогу вот так вот поставить. Вот так вот. То есть вообще просто... Ну, блин, эти бластеры, они реально начинают нагружать систему и компьютер. В том числе и игровой. Так, в принципе, щиты заряжены практически на полную.
Единственный только вот минус большой, это я некоторые моменты вот такие не могу зацепить. Отлично. Ну. Так, понятно. Задний ход. Во, есть. Сбили и аккуратненько сейчас просто проедем над ними. И все соберем. Все, 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 все. Не хватает, вот честно, мне просто тупо не хватает батарей. Не хватает их просто вот. Я бы штук так от 15 не отказался, чтобы, знаете, прям зарядиться так по полной программе. Ладно, если я найду еще много-много блоков, ну хотя бы, знаете, хотя бы вот желтых колес, хотя бы штуки 4 большие, то я, наверное, еще буду увеличивать размер вот этого моего поезда. Ну или хотя бы 2. Ладно, хотя бы 2. Точнее, не поезда, нет. Это уже из другой игры. Буду увеличивать размер своего фрегата плавающего, пустынного. Я не знаю еще, как его назвать по-эпичному. Так, ладно, давайте. В принципе, остается... Вот, вот, вот. Остается искать вот такие вот блоки, которые летают. И находить их, и изучать... Здесь, по-моему, здесь мортира. Да, здесь мортира. Здесь мортира. Ну, мортиру легко отбить. Ну, точнее, я уже лукавлю. Мне сейчас все легко отбить. Поставим мортиру. Так, и можно здесь даже попользоваться... остатками врагов. Я вот увидел еще нужный мне бластер. Так. Вот этот вот бластер забираем, потому что я его вот так вот буду ставить. Еще бластер нужный мне. Мне, кстати, подсказали, что вполне можно найти вот этот компьютер, который отвечал за управление моим соратником. Соплеменником, моим дружком, которого я назвал Бобик. Ну, то есть, еще одна машинка, которая была, то есть, и которая взорвалась у меня. Взорвали, точнее. Ее вполне реально сказали восстановить. Единственное, нужно приехать на ту точку, где появлялись вот эти блоки компьютерные. Точнее, вот этот датчик управления компьютером. И просто забрать и поставить его, ну, собрать заново. То есть, когда у меня пропадает этот блок, там он появляется на такой платформочке, где я его в первый раз, собственно говоря, нашел и забрал. То есть, поэтому вполне реально восстановить соплеменника. Мне почему-то всегда хочется именно соплеменника его назвать, ну, потому что это близкий, самый близкий ко мне человек, который не против меня, а за меня. Ух ты. Передний спойлер с этой вещицей. Чего? Ну-ка. Ну чего он не вылезает-то? С этой вещицей машина будет похожа на болид из F1, а также работает как и спойлер. А зачем мне это нужно? А давайте поставим вот сюда. Просто... уже жир называется, бесимся. Так, опять у меня кончились щиты. Придется деревом пользоваться, потому что другого ресурса я ближайшего не вижу. А дерево это самый лучший, наверное, вариант будет. Конечно, можно... Нет, ну, эти бластеры это хорошо, но прям видно, что из-за них прям подглючивает игрушка. Это прям чувствуется. Так, вот если я сейчас, конечно, железные блоки опять начну набирать, то это надолго. Потому что... Ну, это не железный, это титан, вот написано. А, вон, я вижу уголь. Я вижу впереди уголь. Что надолго имеется в виду? То, что сейчас начнется... Именно завод производить начнет... ну, не энергию, а предметы всяческие. И половину придется выкидывать. Так, а вот как мне вспомнить-то, где
Карты-то нет никакой. И я заметил, что деньги, похоже, тратятся... Ну, по крайней мере, может быть, они и на крафт тратятся. Просто я этого не заметил. Скорее всего. Вполне это вероятно, по крайней мере. Так, ну что я накрафтил здесь? Так, накрафтил я, значит, кучу мелких блоков. Так, я уже что-то снес. Так. Это, честно говоря, неудобно. Жалко, нет какой-то кнопки, то есть вот зафиксировать постройку. То есть как-то ее там так зафиксировать, чтобы ее нельзя было ломать. Давайте попробуем проэкспериментировать, поставим вот этот. Вот, смотрите, сразу он принял. И сразу из чего было сделано, выкинул эти материалы наружу. То есть работает система-то. Ну, в принципе, никто не сомневался, конечно. Сразу половина ушло в топливо. А тем самым, наверное, такой какой-то не... можно небольшой круговорот предметов делать. То есть... Странно. Либо какие-то, ну просто понятно, что ненужные, так уходят ненужные предметы, то есть, чтобы их не выкидывать. Но это как-то, честно говоря, не функционально, потому что я бы не видел, чтобы мне какие-то батареи делались или что-то в этом роде. Делаются, ну, блоки делаются, ну, мортиры делались. Но это как-то все такое мелкое, что ли. Потому что как... Кстати, вот здесь давайте-ка мы вот это устройство, оно как будто бы за другое немножечко отвечало, и может быть оно другие предметы начнет создавать. Вполне вероятно. Вполне такое может быть. Ух ты. Я вижу там врага такого достаточно мощного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как все лагает-то. Эх, были там ракетные двигатели, блин. Жалко. У меня вот, к сожалению, ничего из ракетных двигателей нету, чтобы этим воспользоваться. Но вполне вероятно, со временем появится что-нибудь, да, может быть, и выпадет. Какой-то же вот завод как-то создался, как... Может быть, еще создастся один. Посмотрим. Так. Больше всего создается в мелком заводике. Мелкие всяческие приборы. В большом как-то не очень много создается чего-то. Может быть, здесь не хватает блоков? Вполне вероятно. Вполне может быть, что туда просто нужно... Давайте вот это уберем. А вот нормально, кстати, поставили. Чё? Бур. Ну, бур мне точно не нужен. Вот чё-чё уж, бур мне тоже точно не нужен. Так, в принципе... Нет. Я вот думал, здесь будет все нормально. А, нет, крутится, все уехало. Только что я думал, что не используется. То есть здесь вот была такая труба, что ли. Как бы это правильно все. Так, ладно. Давайте немножко переделаем. Потому что мне не нравится опять вот это такое чувство, что вот эта штука не функционирует до конца. Поставим вот так вот. Вот так вот. Вот сюда бы еще что-то воткнуть. Блин. А у меня как будто бы было где-то. Вот же. Давайте положим. Вот же он, лишний, так сказать, кусочек. Ну, не то, что лишний даже. Он просто есть. Так. И мне бы еще два. Вот туда бы. Потому что я так понял,
чтобы вот в этот кусок положить, здесь еще должен быть конвейер. Завод тоже требует, конечно, себе очень много внимания. Прям-таки дофигища, я бы даже сказал, внимания. Все, моментально. Конечно. Схватывает сейчас нормально. Кстати, у меня вот этот как раз таки вот с той машины я забрал еще переработчик, вот этот вот маленький генератор. Так что довольно-таки быстро у меня сейчас производится энергия, именно энергия. Ух, там какой-то зверюга большой, смотрите. Вот мы его сейчас, короче, мы его наваляем кому-то. Вот так вот я понял. Если, конечно, лагать не перестанет. И вообще я смогу подъехать к нему. Давай, ёшкин кот. Чё-то у него там блоков-то каких-то невероятное количество. Мои пушки в 1000 раз мощнее твоих. Так, ну, я его разломал, но я разломал настолько, что от него, по-моему, ничего не осталось. Это плохой результат. Так. Где миномет-то? Ну, блин, взял же вроде. А, далеко он слишком. Так, ну пускай пока что нет. Вот так вот, это сразу переставим вот сюда вот. Ну что ж, я могу сказать. Опять мне наделали кучу колес всяческих, еще всякой фигни, честно говоря. Что-то. Так, давайте посмотрим, может быть, двухслотовый рецепт. А, золото какое-то нужно. Титан. Это в пустыне есть точно. Так, вот здесь, кстати, две... Вот здесь и должен был быть. Вот этот управляющий модуль хранится. Вроде бы он тут и должен быть. Но его почему-то нету. Вот здесь вот. Так, ладненько. На этом я заканчиваю. Так, я уже чересчур задержался в игре. Все остается в точь-в-точь так же. 50... С вас 50 лайков, с меня новая версия. Фу ты, господи, какая новая версия? Новая серия. С вас подписка на канал, если вам понравилось. Также побольше лайков, если вам тоже, конечно же, понравилось. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Я пытаюсь там выкладывать новые интересные всяческие видео по играм и новые обзорчики, и вообще те игры, которые меня интересуют. По крайней мере, интересно в них поиграть. Господи, это что такое? Это вообще какая-то... Просто кусок чего-то лежит на земле, по-моему. Такое ощущение. Я даже к ней подъезжать не буду. Вот так вот. Так что... С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.